Доброго дня, это программа «Твой Островец», самое заметное событие прошедшей недели, герои и мнения. В студии Дмитрий Королевич, коротко о главных темах выпуска. Соответствует всем требованиям безопасности. В Островце прошли общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию второго энергоблока «БелАЭС». Пропуск от президента. Учащимся Национального детского технопарка показали атомную станцию. Ключевое событие в истории страны. На диалоговой площадке в редакции районной газеты обсудили воссоединение Восточной и Западной Беларуси. Будущее страны. Молодежь района отметила день рождения БРСМ. В центре внимания самокатчики. Госавтоинспекция района провела профилактический рейд. Важная победа. Футбольный клуб «Островец» в домашнем поединке уверенно обыграл петриковский «Шахтер». Безопасности отвечает. Второй энергоблок «БелАЭС» успешно прошел все проверки и испытания. Объект тестировали технически и на надежность. Это необходимый этап перед выдачей лицензии на эксплуатацию, которую готовит Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. На каком основании сделаны выводы о возможности выдачи лицензии на эксплуатацию второго энергоблока «БелАЭС», Госатомнадзор отчитался на общественных слушаниях. Они проводятся по указу президента, очередные состоялись в Островце 8 сентября. В конференц-зале МФК собрались представители общественности, исполнительной и законодательной власти, науки и образования, СМИ, а также органов госуправления и организаций, вовлеченных в реализацию ядерной энергетической программы страны. Эксперты и специалисты рассказали о готовности оборудования, оборудование второго энергоблока и профессиональной подготовке персонала, работе систем ядерной и радиационной безопасности. Подробно остановились на рисках, которые учитывались при строительстве объекта и степени защиты БелАЭС. Процесс лицензирования электростанции – длительная и кропотливая исследовательская работа. Всевозможные проверки и тесты – часть программы опытно-промышленной эксплуатации. Большое количество экспертов, в том числе международных, проверяли не только техническое состояние БелАЭС, но и готовность персонала к различным ситуациям. По итогу проведенных работ была дана оценка соответствия. Если простыми словами, безопасности отвечает. Второй энергоблок, первый, вся станция. Надежность и безопасность – безусловный приоритет в реализации этого стратегического нацпроекта. На 100% мощности атомная станция работала и тестировалась. Значит, процесс продолжается. Мы сейчас стоим в преддверии так называемого этапа Г2. Это комплексное опробование. Будут проведены еще инспекционные наши работы. Мы выйдем на площадку. Посмотрим, насколько все системы готовы к вступлению в этот этап. Завершаются вопросы рассмотрения экспертных документов. То есть мы еще экспертные заключения от нашей экспертной организации мы получили. Это Объединенный институт энергетических ядерных исследований «Сосны». Есть экспертное заключение. Такой специально адаптированный для общественности вариант размещен на сайте, специально к общественным слушаниям. Но есть еще много вопросов, которые касаются доработки условий действия лицензии, формулирования этих условий. В настоящий момент вот мы как раз этим и занимаемся. Рассматриваем, какие есть рекомендации и замечания, которые поступили от экспертной организации. Ну и плюс, конечно, мы хотим общий такой сделать обзор и рассмотреть все элементы готовности самой эксплуатирующей организации как главного действующего субъекта на площадке атомной станции. Что конкретно энергоблоку номер 2, в настоящее время он находится на завершающей стадии опытно-промышленной эксплуатации. Блок эффективно проходит все этапы ввода, демонстрируя отличные производственные показатели при безопасной работе. Донести эту информацию широкой общественности – главная цель слушаний. И, что немаловажно, обратить внимание на все, что интересует и волнует людей. Для этого в Госатомнадзоре еще накануне запустили специальную онлайн-площадку для подачи вопросов. Кроме того, все желающие без каких-либо ограничений по территориальному признаку и гражданству могли и лично поучаствовать в слушаниях в Островце или посредством телемоста. Лично для меня это уже будут третье общественное слушание, которое я модерирую. А вообще в сумме я участвую в 4 общественных слушаниях на тему сооружения и запуска в эксплуатацию уже в совокупности атомной станции. Суть общественных слушаний состоит в том, чтобы публично обсудить некий пакет документов,
документов, которые являются предметом слушаний на тему, в данном случае, о безопасности и готовности использовать атомную станцию по предназначению. И роль модератора здесь состоит в том, чтобы дать возможность высказаться как тем людям, которые защищают свой объект, и те, которые хотят, скажем так, проявляют интерес и задают вопросы, причем самые неудобные. И задача модератора, чтобы дать возможность всем высказаться, чтобы все услышали друг друга. Потому что итог общественных слушаний – это наша общая безопасность, это общее благо. Ну, к слову сказать, сами общественные слушания – это как бы элемент юридической процедуры пуска атомной электростанции. Поэтому это очень важное событие для Островца и для всей страны в целом. По итогу слушаний поступило около 30 вопросов, касающихся самых разных направлений. Судьба радиоактивных отходов, аварийная готовность на станции, что происходило на первом и втором энергоблоках за последние годы и многое другое. Всего на видеосвязи в этот день было почти 30 студий. Подключиться к процессу могли и зарубежные наблюдатели в 14 странах. Хотелось бы надеяться, что и Литва услышит белорусские слушания. Хотя ждать адекватной реакции от страны, которая лишилась своей энергетической программы по велению Запада, не приходится. А чтобы хоть как-то оправдаться перед населением, запланировали 21 сентября свои учения на случай фантастически возможной аварии на БелАЭС. Бонусом за молчание благодарным гражданам, проживающим в условной зоне заражения, раздали нижнее белье. Практично, ничего не скажешь. Если аварии не случится, а в этом мы вас уверяем, трусы и майки-то останутся. Глядишь, сэкономленные деньги пойдут на оплату недешевой электроэнергии. И смех, и грех, что называется. На импорт белорусской электроэнергии запрет, свою станцию строить тоже нельзя. Ведь это не только вопрос энергонезависимости, но и вклад в экологию. На больной мозоль еще и внезапно наступили американцы. Это случилось на саммите инициативы трех морей в Эстонии, который так символично прошел параллельно с нашими общественными слушаниями. Кто не знает, инициативы трех морей – это такой политический форум, на котором 12 государств, расположенных между Балтийским, Адриатическим и Черным морями, решают стратегические вопросы развития. Партнерами, куда ж без них, выступают Германия и США. Обсуждают на саммите многое, но самая важная инициатива трех морей – сделать Европейский Союз более зеленым. Стремление это, конечно, правильное и необходимое. Наша страна тоже заботится об экологии. Вот только спецпредставитель президента США по климату Джон Керри, принимавший участие в нынешнем саммите, напомнил, что без атомной энергии нулевых выбросов в атмосферу добиться невозможно. Это фиаско, Литва. Тот случай, когда и добавить нечего. Продолжение темы. Беларусь, несмотря на любые попытки помешать, будет и дальше развивать свою энергию будущего. Возможно, в будущем у нас появится еще одна станция, например, на Востоке. Там соседи как никто знают, что такое мирный атом и всячески готовы помочь реализовать стратегический энергопроект. Белорусы тоже опыта поднабрались и в части строительных работ, и, собственно, в управлении станцией. Сегодня попасть на АЭС – мечта для любого, кто обладает ядерными знаниями, все больше и желающих их получать. Теперь чаще, чем космонавтами, белорусские дети мечтают быть атомщиками. С момента строительства белорусской АЭС ведущие вузы страны ввели соответствующее профильное обучение для подготовки ценных кадров. Атомщики же со школы – это учащиеся национального детского технопарка. На эту красную кнопку в учебном пульте управления энергоблоком гости еще никогда не нажимали. Тем более настолько юные. Эмоции зашкаливают не просто от возможности сделать это, но и от происходящего дали. Фактически на станции произошла авария. Учебная, само собой. Здесь можно спроецировать любую в теории возможную чрезвычайную ситуацию на АЭС. Точная копия пульта управления энергоблоком появилась на атомной станции еще задолго до физпуска реального блока. Персонал и сегодня здесь оттачивает навыки управления. Управление всеми системами и узлами АЭС. Безопасность во главе угла. На нее гостями из технопарка и акцентируют главное внимание белорусские атомщики. В частности, по этим параметрам подробно проанализируют и разрабатываемый школьником Эдуардом Овсюкевичем проект по увеличению КПД атомной станции за счет энергии солнца и наночастиц. Да, идея интересна, но есть много нюансов, скажем, упирающихся в состояние безопасности станции. А вот новую АЭС почему бы и не построить с учетом разработки юного уникума.
В любом случае, та научная работа, которой занимается 11-классник из Слонима, и в целом его познания физики поражают. Налицо уже почти готовый атомщик. И Эдуард в будущем видит себя именно в этой сфере. Интересно, очень все интересно. Особенно, когда вот столько важных вот людей, которые еще говорят с тобой почти наравне, так это вообще ощущения незабываемые просто. А когда подъезжали к атомной станции, я вот смотрел на все вот это дело, на гратирни вот эти, они еще больше, чем на Минской ТЭЦ-3, на сами блоки, это, ну, все масштабно, особенно еще с территории, сколько зданий разных, и это, ну, такие эмоции, просто их не описать словами. Интересуюсь энергетикой будущего направления в технопарке, и уже дважды на ней побывал. Мне очень интересно, и хочу дальше этим заниматься. Энергетика, потому что мне нравится физика, и это связано с моей дальнейшей профессией, поэтому я и хочу заниматься энергетикой будущего. Визит на Белорусскую АЭС – это еще больший стимул заниматься энергией будущего. Ребятам из технопарка показали все основные локации электростанций, а именно информационные и учебно-тренировочные центры, пульт управления первого энергоблока, турбинные химические цехи, здание оборудования комплектного распределительного элегазового устройства, брызгальные бассейны и градирни. К слову говоря, это первые дети, кого пустили на самый стратегический объект страны. Пропуск технопарковцам выписал президент. У нас такое вот направление — энергетика будущего. Мы разбираем альтернативные источники энергии, возобновляемые, невозобновляемые. Мы изучаем полностью, как работает атомная электростанция. Хотелось бы, конечно, на ней самой побывать, вот это посмотреть, увидеть. И это желание и двинуло нами, ну, попросить у президента, чтобы мы поехали сюда. И как он когда пришел, он начал про нее разговаривать. В этот момент, ну, как будто такой момент получился, что идеально подходящий, он сам поднял тему, я просто поднимаю руку и говорю. Он говорит мне, точнее, ты был там? Я говорю, нет, мы хотели как раз таки у вас попросить на нее поехать. И он говорит, вопрос решен. Я в шоке стал еще, когда мы только подъехали к ней, мы только выехали из-за леса, и стало видно градирни, вот этот столб дыма. Я уже был в шоке. Сейчас у меня уже просто буря эмоций. Я поэтому и пошел на данное направление, потому что оно подготавливает, можно сказать, к развитию в этой отрасли. Я хочу получить дистанционное обучение в Национальном детском технопарке, после чего я смогу пойти без вступительных экзаменов в БГУ учиться на специальность, чтобы работать на этой атомной электростанции. Либо сейчас хочу взять на атомной еще электростанции в целевое направление, чтобы в любом случае работать здесь. Скорее всего, что-то в управлении реактором, физик-ядерщик, физик-инженер. Среди выпускников Национального детского технопарка есть и островчане. Белорусская АЭС – настоящая сила притяжения для местных детей. Во всех смыслах видят цели и идут к ней и ребята из соседних районов. Я с города Сморгонь, со средней школы номер 5. И в данный момент прохожу обучение в Национальном детском технопарке по развивательному направлению энергетика будущего. Поскольку объект находится довольно рядом и напрямую влияет на жизнь, в принципе, всей страны, но напрямую наших близких районов — Ашмянска, Строительского, Сморгонского. И, разумеется, несколько раз проезжал тут, собственно, поскольку рядом, понятное дело. И было интересно в том числе попасть на данный объект. Думал, что такая возможность предоставится, она предоставилась довольно неожиданным образом на самом деле. Вот. И нужно отметить то, что экскурсия, которую нам сегодня проводит, она на самом деле крайне высокого уровня, крайне качественная. Спасибо главе государства Александру Григорьевичу Лукашенко, поскольку именно он дал распоряжение, разрешение нам посещения данного объекта. Также спасибо всем, в принципе, кто организовывал данное. Спасибо экскурсоводам, спасибо нашим педагогам, руководству, в том числе Национального детского технопарка. В общем, всем, кто так или иначе связан с данным процессом. В данный момент мой проект в Национальном детском технопарке не связан с атомной электростанцией, он связан с ветровой энергетикой. Планируем разработать новый ветропарк в рамках, примерно, Могилевской области. Я проживаю в городе Ашмян, далеко от атомной электростанции, нашей белорусской новой. Часто за нее проезжаю, часто видел ее, часто очень интересно было, что находится внутри, как здесь все устроено. Просто, когда приезжаешь и видишь такой градирни, смотришь, правда, очень интересно. Когда попадает такой шанс попасть сюда, то не жалеешь, то, что попал в Национальный детский технопарк, то, что он предоставит тебе такую возможность попасть сюда. Я уже прошел дистанционное обучение, и мне останется только поступить еще раз в Национальный детский технопарк на одну образовательную смену в 11 классе, и я смогу поступить на энергетический факультет в НТУ. И хочу в будущем связать свою
профессию с энергетикой и желательно поступить сюда. И хотя у профессии атомщика, как правило, мужское лицо, на ответственной должности здесь в будущем видит себя Элиза Статкевич. Я поэтому на энергетику буду еще второй раз пошла. Изначально я писала проект, чтобы пойти в технопарк первый раз, потому что экология в первую очередь у меня стоял вопрос. Это топливо у меня был проект. А в технопарке я разработала проект энергетики будущего, уже как работать с отработавшим паром турбинного отделения АЭС, чтобы отапливать дом. Вот, проект у меня есть, я уже защищала его. Не сегодня, так завтра разработка этих юных ученых скажет свое слово в науке. Неспроста и президент, посещая 1 сентября Национальный детский технопарк, сказал, что вся страна ждет их успеха и искренне его желает. И пообещал всестороннюю помощь государства. У прошедших обучение в технопарке уже есть возможность становиться студентами без экзаменов. Но чтобы попасть сюда, необходимо пройти ряд серьезных испытаний. Технопарк – это новое учреждение дополнительное образование, которое уже вот 2 года функционирует. Сюда приезжают лучшие из лучших умов Беларуси. Отбор состоит из 2 этапов. Первый этап – дети загружают проект, либо дипломы за участие в международных, областных и республиканских мероприятиях. Также после этого проходит отбор, и второй этап – это тестирование. Благодаря тестированию дети поступают на направление. Ищем таланты, которые готовы идти дальше в науку, которым это интересно. За время существования прошло 2000 человек. В этой выступительной кампании уже поступили и в БГУИР, и в БНТУ, и в БГУ на льготных условиях по собеседованию. Национальный детский технопарк – это хорошая инвестиция в будущее Беларуси. Ведь развитие технологий – важное направление деятельности для любой страны. И важно с детства помогать тем, кто сможет сделать этот прорыв в науке. Беларусь готовится встретить самый молодой и очень важный государственный праздник – День народного единства. Праздновать его 17 сентября решили белорусы. Дата выбрана не случайно. Этот день стал актом исторической справедливости в отношении нашего народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора. Ключевое событие в истории страны обсудили на диалоговой площадке в редакции газеты «Островецкая правда». Они вас лечили, а линия Керзона, она приблизно, коли не помыляюсь, она и совпадает с межами Беларуси. Диалог острый, за круглым столом историки, журналисты, представители районной власти и общественных объединений. Разговор шел о том, что было до 17 сентября, дня, который стал сегодня общим праздником. Напомним, по условиям мирного, это слово сегодня принято брать в кавычки договора, подписанного 18 марта 1921 в Риге. Часть нашей страны значительно сократилась. Тогда западная земли отошли к Польше. Брещина, Гродненщина, в том числе наша Островенщина, в одночасье стали чужими. Исторически родной народ разделили почти на 20 лет. Но жители не смирились, на территории действовали партизанские отряды. Логичен вопрос, с чем боролись люди? Как оказалось, мирной жизнью на оккупированной поляками земле и не пахло. По сути, шла тотальная дискриминация белорусов. Ликвидация прессы, религии, языка, культуры. Фактически на своих новых территориях Варшава производила насильственную полонизацию населения. Рижский мир не оставил ничего ни от независимости Беларуси, ни от ее площади. Абсолютно несправедливый Рижский договор, Рижский мирный договор, который все-таки установил мир, и что хорошо, но в то же время действительно разделил белорусов, не только белорусов, и украинцев. Здесь очень много оттенков, поэтому есть смысл нам побеседовать сегодня, послушать разные мнения. Есть классические версии, есть версии наших бывших школьных учебников, которые, кстати, как в России Путин призвал, пора уже переписывать, так и у нас осмысляются по-новому, с новых позиций и так далее, и делаются выводы. Говорить есть о чем, осмыслять и есть что, и понимать надо прежде всего, что это действительно большая, серьезная дата, которую надо, в которой надо разбираться и делать правильные, осмысленные выводы. Воссоединение Западной и Восточной Белоруссии – урок истории, который нельзя забывать. И надо делать выводы. Так считает и заместитель председателя райисполкома Геннадий Бычко. Рижский договор, к слову, не единичный случай, когда миром прикрывалась агрессивная политика. Например, Мюнхенский сговор, согласно которому огромная часть территории Чехословакии отошла к Германии. Это событие, к слову, стало одним из шагов Гитлера к развязыванию Второй мировой войны. Ну и как здесь обойти стороной знаменитый пакт Молотова-Риббентропа, когда заключен
между двумя сторонами мир перевоплотился в самую кровопролитную войну в истории человечества. К сожалению, сегодня мир для многих утратил свое значение. Наиболее демонстративно по следам Гитлера идет Украина. Чего стоят одни только Минские соглашения, которые украинские власти в итоге подписали лишь для того, чтобы подготовиться к войне. Последние события последнего времени, они наталкивают мысль, что доверять никому нельзя. Поэтому вот это римское выражение, к сожалению, не помню полностью на латыни, «Хочешь мира, готовься к войне». Кстати, «Готовься к войне» — вторая часть «Парабеллум». Вот он, немецкий «Парабеллум», и говорится «Готовься к войне». Но... Поэтому любые договора, все-таки договорные отношения должны быть, мирное урегулирование оно должно быть, но всегда, как говорит наш президент, порох надо держать сухим и всегда быть готовым к любому вероломству. Почему? Потому что вот я убеждаюсь теперь по нашим южным соседям о том, что для них переговорный процесс это прежде всего для того, чтобы восстановить силы, ну и перейти потом уже к более решающей фазе. А Минские соглашения для меня, честно скажу, это просто нонсенс. Политики Запада, они редко отличались определенной чистоплотностью, и даже если говорить о руководстве Великобритании, которое когда-то правило полмиром, для них держать слово – это разве что только равному себе, то есть джентльмен джентльмену. Для остальных сказал, забрал, все это, скажем так, все это мимо кассы. Поэтому, к сожалению, вот это стало трендом для многих европейских политиков, и о том заявлять, что Франция, что Германия, что, извините, ребята, мы с вами договаривались о мире только для того, чтобы подготовиться к войне. Вот это страшно. Беларусь хочет мира, но и готова к войне. Порох у нас сухой, а сильнейшие в мире союзники готовы подставить плечо. Но еще более сильной нашу страну сделало единство народа. Сегодня каждый на своем месте готов сражаться за независимость и мирную жизнь. С оружием в руках, за станком и у школьной доски. Мы едины, а значит непобедимы. Всю несокрушимость и самодостаточность белорусской нации как нельзя лучше подчеркивает День народного единства. Праздник с каждым годом приобретает новые масштабы и смыслы. Тематические акции и мероприятия уже стартовали по всей стране. Буквально на днях состоится и премьера главной кинокартины года «На другом берегу». В сюжете тяжелая и печальная жизнь населения Западной Беларуси, оккупированной Рижским миром Польши. В Островце показ фильма начнется с 14 сентября. Врага. Что нужно сделать, Федор Сергеевич? Нужно сделать все, чтобы Горобовский не выступил в этом суде. Человек без веры, сынок. И человек. И там наша земля. Зачем люди живут, если конец все равно один? А без чего человек прожить не может? Без веры, без любви. Стало быть, ради этого и живем. А если ничего этого нет? Значит, не нашел еще. За мать отомстить не хочешь? Город хорошо знаешь? Хорошо. Тогда вперед! Война давно закончилась. Для меня нет. Нашими руками творится история, пан Верденский. Это неправильно! Доказывают свою преданность родине поступками. Белорусский республиканский союз молодежи отметил день рождения. Самой массовой общественной организации страны исполнился 21 год. Торжественное собрание по случаю праздника прошло в третьей школе. В актовом зале собрались ребята с активной жизненной позицией, волонтеры, студотрядовцы и юные таланты. День рождения – это повод подвести итоги и обсудить планы, встретиться с активом и бывшими коллегами, которые сегодня ведут за собой другие общественные объединения и организации. К слову, гости на комплименты в адрес БРСМ не скупились.
Так председатель районной организации РОО «Беларусь» Ирина Радкевич поговорила об успешности молодых людей ее поколения и наказала нынешней молодежи держать планку. О мечтах и планах, которые удалось воплотить, рассказала нынешняя глава районного профсоюза работников образования и науки Марина Кутович, которая с 2007 по 2012 годы вела за собой райком молодежного союза. С поздравительной речью к молодежи также обратилась Ирина Шляхтун. Председатель Совета ветеранов поблагодарила БРСМовцев за сотрудничество и рассказала о том, каким видит будущее молодежной организации. С днем рождения островецкую молодежь поздравил и настоятель храма святых апостолов Петра и Павла Георгий Савицкий. Еще праздничнее атмосферу в зале сделали песни. Добрая традиция в день рождения БРСМ – пополнение рядов новыми активистами. Сегодня в районе к молодежной деятельности причастны почти 1500 человек. Каждый патриот своей родины, который готов сохранять и приумножать традиции белорусского народа. БРСМ – это настоящий генератор самых полезных инициатив для общества и страны в целом. За время существования организации сотни проектов и тысячи добрых дел воплощены в жизнь. Многие на слуху. Стоит день для Беларуси, доброе сердце, символ единства. Сегодня во главе угла гражданско-патриотическое воспитание. Отличившимся в этом добром и полезном деле секретарям первичек в день рождения заслуженные награды от райкома БРСМ. Самое ценное в жизни – твоя семья, в которой ты рождаешься и которую создаешь. Счастливая семья – основа твоего жизненного успеха. Опасное развлечение. Госавтоинспекция района уделила повышенное внимание любителям электросамокатов. Где катаются, как катаются и, что самое важное, кто за рулем? В рейде побывала и наша съемочная группа. Транспорт, который еще 5 лет назад был больше в некотором смысле аттракционом, сегодня настоящая альтернатива личному авто. Да что там авто, человека на велосипеде встретишь реже. В теплое время года островец буквально становится двухколесным. Фактически самокатов в городе стало больше со вступлением в силу обновленных правил дорожного движения. Корки на управление средствами персональной мобильности, теперь они называются именно так, не нужны. На пешеходных переходах разрешили еще и не спешиваться. Катайся кто хочет, где хочет и как хочет? Нет. Видимо, многие не дочитали ПДД до конца. Во-первых, передвигаться на самокате можно только по тротуару, при наличии велодорожки исключительно по ней, при этом нельзя создавать препятствия пешеходам. Второе – это скорость. 25 км в час максимум. А на зебре она должна быть равна движению пешехода. И самый важный момент – управлять самокатом можно только с 14 лет. Давайте откровенно. Разве правила для того, чтобы их нарушать? Вот двор одной из городских школ. Целый автопарк из самокатов. И примерно такая же картина везде. Хотелось бы заблуждаться, но все ли самокатчики достигли 14-летнего возраста? Это большой вопрос. На ком ответственность? Точно не на школе. Да, культуру управления самокатами там нужно прививать и, скорее всего, прививают, но ведь покупают детям самокаты родители. Несчастный случай, ищем виновных. К слову говоря, по всей стране сотни ЧП новостей с примерно одинаковым заголовком. Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля. Одно резонансное ДТП есть и в Островце. Словом, проблема налицо. В адрес самокатчиков уже закрепилась и кличка, которой в свое время стали называть байкеров – потенциальные убийцы. Жестко, но по существу. Бывает и человек, что называется, на ровном месте падает и получает травму. Сможет ли самокат или моноколесо, или тот же велосипед в случае опасности остановиться мгновенно – вопрос риторический. На скорости же любое падение или столкновение чревато серьезными последствиями. А тут еще и допустимое 25 км в час. Опять же, кто и как ее контролирует? Инспектор ДПС радаром на каждый микрорайон и улицу не поставишь. Понимают это и дети, да и взрослые. А потому до дому с ветерком. Слава богу, если без препятствий на пути. Подводя итог этой уже реально наболевшей теме, есть проблема и ее нужно решать. Родителям, педагогам, милиции, властям и нам, журналистам, всем вместе. Чтобы однажды не пришлось перенимать французский опыт.
1 сентября в Париже символично прозвучит «закрыли моду на электросамокаты», то есть запретили от слова совсем. Да, мера радикальная, но других способов борьбы с нарушителями-самокатчиками там уже попросту не нашли. Правила для того, чтобы их соблюдать. Запомните, пожалуйста, и будьте внимательны на дороге. Она ошибок не прощает. Водители и велосипедисты, минутку внимания! На дороге важно взаимопонимание. Велосипедисты, теперь можете не спешиваться, но будьте внимательны, чтобы ГАИ потом не вмешиваться. При подъезде к пешеходному переходу двигайся спокойно, не мешай переходить народу. В жилой и пешеходной зонах на проезжей части теперь кататься можно. Но только если осторожно. Из города ночью выезжаем, жилет надеваем. Хочешь малышей возить? Придется им шлем и сиденье купить. Твоя безопасность, твой движ по правилам. А завершить сегодняшнюю программу хочется хорошей новостью. Для ФК «Островец» удачной игрой завершился 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу первой лиги. Зелено-белые дома принимали петриковский «Шахтер». На первый взгляд островчане встретились с довольно сильным и опытным соперником. Но, откровенно говоря, «Шахтер» в этом сезоне сдал позиции. 16 место из 17 в турнирной таблице далеко не тот результат, которого ожидают от фарм-клуба одной из лучших команд высшей лиги. Но, что называется, недооценивать любого соперника нельзя. И эта мудрость подтвердилась уже в начале игры. Счет в поединке открыли игроки петриковской команды. На 14-й минуте забил защитник Станислав Стефанович. Впрочем, «Островец» стоит отдать должное, и это отметил в конце игры тренер команды, после пропущенного руки не опустил. Уже на 31-й минуте хозяева счет сравняли. Отличился нападающий Сергей Яцкевич. В концовке первого тайма вперед островчан вывел полузащитник Андрей Чухлей. После перерыва зелено-белые продолжили атаковать. На 47-й минуте матча точку поставил защитник Владислав Белашевич. Гости могли как минимум сократить отставание. Почти в конце игры судья в ворота хозяев назначил пенальти. Владимир Лойко парировал удар. В итоге событийный поединок первой лиги завершился уверенной победой островчан 3-1. Следующий матч подопечные Сергея Крота проведут 17 сентября в Осиповичах. На данный момент команда занимает 7-ю строчку турнирной таблицы. Лидирует по-прежнему Дзержинский «Арсенал», на втором месте идет «Локомотив» из Гомеля, замыкает тройку «Днепр-Могилев». Это были итоги недели. Твой «Островец» не прощается. Увидимся в среду в это же время на Лида ТВ. Всего доброго и удачи!